Всем здорово, народ! С вами снова Без Сахара, и это завершающий ролик серии роликов по данжам в игре Tower of Fantasy, а точнее по сундукам в данжах Tower of Fantasy. Значит, сегодня кап поднялся до 70-го, открылся данж Е03 на харде, и погнали собирать сундучки. Босс тут не очень сложный, я скажу, средненький, я его всего два раза траил. Самое главное, не подходите к нему впритык. Вот единственный совет, который я вам дам по поводу босса. Значит, первый сундук легкий, один из шести, и первый из двух изи сундуков. Собираем его. Дальше, далеко не отходя, спускаемся вот сюда вниз. Здесь находится первый хард сундук, он же второй из шести. Все сундуки расположены в этой части арены с боссом, поэтому никуда больше бегать не надо, она не очень большая. А это у нас второй хард сундук, он же третий из шести. Собираем его и бежим дальше. Очень удобно, арена не очень большая. В принципе, там большинство данжей вот из последних, они были очень быстрые, потому что никуда бежать не надо. Одна большая арена, ты на ней все собрал. Максимум куда-то залезть нужно, и все. Это очень удобно. Это первый нормал сундук. Первый нормал сундук. Он же четвертый из шести. Второй нормал сундук прям находится над ним, за трубами. Вот он, второй нормал. Он же пятый из общего числа. И последний, шестой сундук. Он же второй изи, находится прямо возле двери. Убив босса, открывается вот эта дверь, гермозатвор. Мы пробегаем и бежим на выход. На этом у меня все. Если вы еще не смотрели ролик или не зачищали искусственный остров, милости прошу, в рекомендациях он будет. Либо найдите его у меня в видео и в плейлисте Tower of Fantasy. А я с вами прощаюсь, с вами был Без Сахара. Увидимся в следующем видео.